Здравствуйте, уважаемые коллеги! Представляю вам очередную налоговую новость. И на этот раз новость будет связана с вопросом применения налога на самозанятых при оказании аудиторских услуг. Именно данному вопросу посвящено письмо Минфина, реквизиты которого вы видите. Здесь следует обратить внимание, что письмо, относительно старое, 24 марта, однако в правовых базах оно оказалось только сейчас. Рассматривая данный вопрос, Минфин указывает на то, что в законе, который регулирует налог на самозанятых, либо иное название – налог на профессиональный доход, нет каких-либо ограничений, связанных с аудиторскими услугами. В этой связи Минфин приходит к общему выводу о том, что физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, которые оказывают аудиторские услуги, могут применять налог на самозанятых, но при этом они, безусловно, должны соблюдать те ограничения, которые предусмотрены законом о налоге на самозанятых. Таким образом, лицам, которые оказывают аудиторские услуги, им необходимо принять во внимание данное разъяснение Минфина. А на этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч!